Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze and Games, а мы продолжаем с вами Звездные войны Галактика Героев. Сегодня у нас Великая Арена, второй раунд. Первый раунд, к сожалению, я техническое поражение у меня было, потому что я не успел тогда на стриме выставить защиту, после стрима, если быть точнее. Не стал ее по какой-то причине палить на стриме, хотя надо было, потому что, блин, у меня очень часто защита, в принципе, повторяется, да всегда еще есть... СВГУ ГГ, где можно проверить, как до этого, как бы, я и любой другой игрок проставлялся. Вот, и, к сожалению, я профукал автодев. Соперник ударил, но не закрыл. Сейчас я тебе даже покажу. Дин Джарин на 764 стяга, по-моему, да, он вжарил. 855, смотри, дожал все-таки, но не закрыл. Ладно, сегодня же у нас в соперниках 12XU. Я не знаю, чего у него там 12, но для начала хочу тебе порекомендовать гильдию New Hope Squad. Ищет очень активных, молодых, перспективных, презентабельных игроков, офицеров свои ряды. Набирает, естественно, из требований, в принципе, это только активность, это ответственность, 600 энки, хорошее настроение. И Telegram обязательно, потому что надо держать связь с офицерским составом, да и с остальными участниками желательно тоже. Что даст? Это всевозможные рейды, это всевозможные советы, помощь, развитие и все такое. Так что, если интересно, обязательно заглядывай в закрепленный комментарий, там найдешь все необходимые контакты и подробное описание. Ну а мы поедем ознакомляться, естественно, с нашим соперником. Соперник 12XU еще раз. Я не знаю, что такое 12Ху, 12Хи, что это такое. Land of Misfits. Land of Misfits. Земля отбросов, что ли? Странно. У него одна легенда, легенда Кайла, и нет палача. Я выставил свою легенду Кайла в защиту, чтобы, дабы посмотреть, что, где и как произойдет. Посмотрим, поставил ли он своего Кайла в деф. Так, тут неинтересно. И здесь у нас... Ну, Квай разве что. Гривус разве что. Квай с Омикрон. С Омикроном, конечно же, да. Тогда мы каким образом пойдем? Гривус. Мы, наверное, за Гесса его раскидаем, Гривуса. А на Квая легенду Палпатина пустим. Интересно, если мы пустим его в одно рыло, что произойдет? Как думаешь? Ха. Бляха, мне прям интересно, если я пущу его в одно рыло, что произойдет? Потому что там же был жесткий... Ай, там же помимо того, что был жесткий нерв, там же еще если есть легенда галактики, то все, это вообще, по-моему, вся система не работает. Ну-ка, подожди. Так, я в любом случае хожу первый, я сделаю вот так. Я сделаю вот так. И убью Квайгона. Ну, просто потому что могу. То, что запрет на прохил накинули, конечно, это хреновенько. Пока нет запрета, надо защиту восстановить. Да, понятно. Короче, да, урезали, в общем, жестко, как и предполагалось. Я просто легендой особо на эту пачку не хожу. На самом деле пачка к Омикрон Квая у меня на моем основном аккаунте в защите практически никогда не встречается. Ну ладно, допустим. Меня не пугает, если Кайло будет в задних рядах. Потому что если будет Кайло в задних рядах, то значит он моего Кайло точно не закроет. А мой-то Кайло стоит где? Правильно. Впереди. Так. Тут Гривус, конечно, в R7, да и в принципе все такие страшно деловитые. Еще и модинг, походу, крест на критический, ага. Не, ну поехали, а какие еще варианты? Можно Падмы спустить, но у меня Падмы слабее Гесса определенно. А и так грязно получится в любом случае. Так, пока сюда лупим. Ошеломление дашь? Ой, как хорошо, на Б2 ошеломление прилетело.
Вот это здорово, вот это великолепно. А еще мы стан, наверное, кинем, да? Эхо. Мы же хотим стан херануть. Эхо. Товарищ Эхо, мы стан не хотим, что ли, дать? Нет, мы хотим дать стан. Метка в Б2. Прям как по заказу. Давай сюда разок. Опа. А у меня сейчас Рекс даст разгон. Рекс даст разгон? Блять. Сучара. Как удачно ГЭС встал. Моя ты рыбонька, а. Просто перед бонусным ходом Гривуса просто поднялся с колен. Такой, ебать, спаситель пришел. Не, ну молодец. Молодец, определенно, да, за это лайк. По-любому. Ага. Отлетай. И ты отлетай. Кого тихо стоять? Вот так вот. 601 тысяча урона. Так, ладно. Не зря ГС качал. Хотя бы Гривуса выносить. Уже всяко-разно плюс. Так, сюда имперские штурмовики залетают. Я же их взял в атаку? Я их взял в атаку. Отлично. Я просто забыл, какой я деф поставил. Я помню, что я что-то менял. Но что менял, где менял, на ком менял. Вообще не помню ничего. Давай мы, наверное, вот таким образом сделаем. А теперь массовку дадим. Есть. Страх. Лег. В инвизе, падла. Не, ну мы их уделаем. Тут как бы вообще без вопросов. Да. Да я думаю, что в принципе соперника уделаем. Палача у него нет. Вроде бояться-то нам особо нечего. Кайла он в деф не поставил, к сожалению. Хоть какое-то было бы препятствие. Ох, какие жуки. Да не страшно. Не страшно. Мы возьмем наш триумвират. Таким образом. Дарталан брать, не брать. Да не, нафиг она нам нужна. Можно было бы, но что-то не хочу. Зачем? Угу. Ой, да хорош вам, пацаны. Няха. Красава. Бабуля. 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 Бабуля, ёб твою, ну сходи разок. А, опять няха. Бабуля. Во, бабуля. Тут уже жуки почти все издохли. Бабуля только сейчас решила сходить. Это кто, шпион откинулся? Красава. Здорово, великолепно. Хопа. На. На. Есть контакт. Жуки у него, конечно, хреновенькие. Так, это пока мы не трогаем. Это пока мы не трогаем. Я вообще на самом деле надеюсь, что он пробьет моего Кайла. Пойдет прям жестко в атаку. Почему? Потому что у меня там Чирпа с Омикроном. Я прям жажду, чтобы кто-нибудь на него нарвался и огреб об ней от эвоков по самой не балуйся. Но, судя по всему, этого не произойдет. Так, сюда. Восстановление защиты сразу, если вдруг вата тронут. Сюда раз, сюда два, сюда три, четыре, шпагу пять, базовая шесть. Шесть. Все нормально. Отлично. Так. ПП-рики. ПП-рики.
Можно древаном зайти, но мы можем потерять стяги. А можно зайти с реваном и не потерять вообще ничего. Типа так. С реван и два йоды. Так, преимущество украдем. Раздадим. Сюда дадим. Еще вот так дадим. Еще вот так дадим. Бляха, я не помню. По-моему, не этот пилот дает массовку, да? Воу. Не, если его убьют разочек, то это будет нам только на руку. Вот теперь уже нельзя. Потому что спасатель уже сработал. Блин, теперь надо отхиливаться каким-то образом. Ой-ой, а чё так больно-то бьём? Бляха. Я не рассчитывал, что КВМа так быстро закидаем. Серьезно? Как-то уж совсем... Бляха... Блин. Так, ладно. Ну такой, если честно, разогревочный, туфтовенький соперничек. Я, конечно, извиняюсь, что я так говорю, если вдруг он меня смотрит. Он меня, скорее всего, не смотрит, но... Блин, ну это факт. Джухани, мразь. Угу. Слепота это ваша. На кой хер она мне тут нужна? Хорош, может, уже запрет это на меня накидывать? Ага, как тебе такое, Машка? Кстати, редко когда ты 3М4 видишь у стариков. Да, КВМ все-таки зарешал. Хорошо. Кто у него в защите на флоте? Переговорщик? Это допивающий. Допивающий. Ну и кто-то еще, наверняка. Так, омикрон есть? Омикрона нет. Ну и зря, конечно. Нет омикрона, нет омикрона. Нет омикрона, нет омикрона. Тогда давай мы, наверное, вот так вот в два персонажа зайдем. Можно было, конечно, в кого-нибудь одного зайти, но зачем? Мы зайдем в два. Это что, особенный что ли какой-то? На нем, наверное, потрясения не было. Странно. Так, фениксы, фениксы. Ну, у фениксов же всегда вражина был траун. Тогда поехали Палпатин и траун. На всякий случай, если сходить разок успеют. Давай мы знаешь, как сделаем сейчас. Наверное, вот так. Дальше вот так. А я, конечно, боюсь спросить, товарищ Палпатин... Ты насчет эффективности-то как? Вообще с ней дружишь, нет? Фениксы никакущие. И всего один стан. Ну охренеть. Это при условии, что там еще лидерка, по-моему, же еще дает эффективности сколько-то.
Вот видишь, для чего я трау набрал. Так, и погнали на флот. Кто у нас здесь допивает? Ой, ну блядь, ну серьезно, ну 12 иксу, ну что такое? Даже не жуки под рыбой. Что, блядь? Ну ведь мог же, мог. Не захотел. Ой, братан, одно расстройство, конечно. Хотя, с другой стороны, он мне, в принципе, даже дал, бляха, некотором вроде подарок, что ли, потому что у меня еще две великие арены вот сейчас будут. И на нем я особо не напрягался, то есть я чисто на расслабоне, на чиле зашел, тык-тык-тык. Да, наверное, да. Все-таки надо это расценивать больше как плюс, чем минус. Здесь можно было просто базовый ударить. 74 за злорадство. Мы, по-моему, еще никогда так чисто за злорадство не проходили. Серьезно. ГР. Ну, тоже тут нет смысла кого-то много набирать. 74. Это одна потерянная защита. Надо будет на повторе, кстати, посмотреть, сняли с меня стяг за санфака или нет. Ну, естественно, ты будешь быстрее. Но как иначе-то? Да. О, я думал, Венокина вжарит. Это я уже по привычке его особую даю первым ходом, понимаешь? Практикую палача за переговорщика и даю по привычке первым ходом. Ой, ну ладно. Кого ты там сейчас вытянешь из-под крепа? Ну кого? Ну напугай меня. Бляха, ведь напугал, просто защиту тупо сбил зря всех. Всем. Кадёныш. Снять пробоину. Есть пробитие. А мы восстановим защиту. Прикинь, еще разок. Вот и все. 75. Не, ну это все. Это все. Это все. Да хрен он что сделает. Даже если что-то сделает, у меня защита-то поинтереснее будет. Поэтому тут без вариантов. Ну, такое на самом деле. На чиле получился раунд. В любом случае, дальше у нас будет уже что-то поинтереснее. Так, я не туда зашел. Я не туда зашел. Мне надо зайти, знаешь, куда? Вот сюда зайти. И посмотреть. Ну, не знаю, с кем-то будем воевать в любом случае. Об этом мы узнаем уже в следующей серии. Ну а ты заглядывай в закрепленный комментарий, подписывайся, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман, и да пребудет с нами сила.